1 июля 2015 года. Огнёши воды. Чай, зачем? На. Не знаю, она воды просит. Это Вики, дай. Так, почему две кружки у тебя? Ну, хорошо. Мало, сиди, сиди. Огнёши воды, она попросила. Это у Любовь Николаевна спрашивает. Дайте ещё Лили. На. На. Только ещё вы думаете. Кто-то не взял, я буду. Это взрослый мужчина. Дежурный. На, а то у меня руки-то дрожат, мне хочется просто зафиксировать. Можно чай чуть-чуть, третью часть. Мы перегрелись на солнце, и даже есть еще неохота. Хорошо. Тимофей, ешь быстрее. У тебя, Гришка, какие-то пирожки давали или нет? Да. А мне не дали. Только не дали. Самый большой надо. Извиняемся. Тимоша, мой пирожок тебе. Уже ему дали, почему? А я дам ему. Это мой пирожок тебе. Спасибо. Давай. Еще есть. Будете? Ну, ладно. Я свой, а с чужим не распоряжаюсь. Нет, не надо больше. Я не по власти делаю, а по сердцу. Потому что это мой пай. Я его отдал. А для Никите меньше половины. Как моя щит показать? Все они. Ведь у нас полное молчание. За столом не разрешается разговаривать. Напротив каждого стола фактически у нас было бы сейчас 4 дежурных. Ну тут помогает она повара, они успевают. Третий-то стол. Первый стол не совсем полный. Второй так наполовину. А раньше у нас было вот этот второй зал большой, полный. Точно так же. И в две очереди.
гели. Людей было примерно в 4 раза больше. 4. Нынче у нас понемногу. Никакое объявление не давали. Так, такое где. А до этого тогда мощное такое объявление по радио, по телевидению, в газетах. Столько ехали. Отовсюду ехали. Ну, главное, это у нас была Украина. Одесса. Тут понятно с Украиной, что. Вон, Маша, смотрите. Это Тарасик. Смотри, вот Маша, ты мог махнуть рукой? Чтобы они долго не держали кружку. Тарас, все. О, глянь на Арсения, что он просит? Хлебушка. Вон он, Арсений, где? Бегом ему, хлебушка надо. Арсений работал как мужик настоящий. Ребята могут работать. Ну-ка, посмотри, Тарасик, вон там сестренка твоя подняла. Гляди. О. Вы внимательно на глазами буквально стригите воздух. Кто поднял руку, что-то просит. Может, какая-то добавка нужна. Ты водом показывай. Ты его выпил уже. Добавка, может, тебе и не нужна уже. Третья. Еще третья нужна тебе? Третья не так просят. Вот, так, что... вот три пальца и вот так возле рта. Она даже чаю хочет. Дайте ему. В обед, а вечером ничего не давать. Потому что иногда у него... срыв бывает. Кирилл, Андреевич, это плесни маленько. Он просит. Слышь, он неправильно показывает. Вот смотри, как надо. Вот. Три пальца, а так это было, а так вот вперед. Это глухонемые так говорят. Вот так показываешь, значит, у них. Это овечка. А вот так вот собака уже тут. Один жест. Пальцы перегнуты, все по-другому. Кто как показывает. За границей по-другому. У нас есть жесткий диск, и на нем уроки дают. Судьи-переводчики прекрасные. Можно научиться очень быстро. Мне давали уроки. И потом по этой я смотрел. А потом мне некогда, до этого я все бросил. У их отец, он еще не был женатый, здесь был, Андрей Дробот. И он все говорил, показывал, а потом мы перешли уже на книжную. Вот это толпают, идешь, сам с собой говоришь, показать. Все это помогает, развивает память. Так, как остается два человека, мы уже не ждем. Тимоша не считается, он отдельно совершенно, он не успевает потом возвратиться и поесть. Не торопись, жуй хорошо. Есть такое выражение, пищеварение начинается во рту. Медленно, когда есть захочешь, у тебя сухарик есть, ты долго жуешь его, и вдруг такой у тебя вкус появится. Обыкновенно сухарик. Так, что у нас там? Фактически это два человека. Сейчас там, смотри, просто доедает. Ну, махни руку. Я не понял, почему так это? Тимоша стоял все время вот так вот, руку поднимет. И как-то он готово делал, опять поднимет, руку на готове был. А что вы так отвлекаетесь-то? Вы дежурьте так, как вот вчера у нас Инафа была. Она только приехала, она, как говорится, с корабля на бал. Она бегом бегает, только платье шабаршит, бежит так, что за ней подол не успевает. Ну, все будто бы, да? Да, все. Вот теперь батьки приквалистики. Фрося, зачем Андрея толкнула? Фрося пробегала, Андрея оттолкнула и побежала. Меня толкнул.
Фрося, ты не балуйся. Поезд где? Поезд. У нас он Фрося все время наказание просит. Боже милостивый, Господи, создал мне, Господи, помилуй меня. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась и нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аллилуйя, аминь. Милостивый Господи, спаси и помилуй раб Своих, милующих и питающих нас, подающих нам милостыню, заповедавших нам молиться о них. Всех вопиющих Тебе, страждущих, болящих, скорбящих, томящихся в узах за Слово Твое Святое, вдов, нищих, сирот, священство, иночество и всех христиан, и путешествующего Виктора и Иоанна, и избавих от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни душевные и телесные, и простим всякое согрешение вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Господи, дары духовное рождение свыше. Всем призывающим имя Твое, патриарху, епископам, священникам и пастве. Господи, благослови правителей, дай им страх Твой святой, дабы мудро управляли народом. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Поварам и накрывающим. Спаси Христос! Все. Кто хочет посмотреть, что мы делали, можете сбегать посмотреть. Чего смотрите? Идите, дядь Володя. А можно, да? Видите шрам? Что такое? Шрам, видите? Заноза? Нет, шрам. Знаете, из-за чего он? Из-за чего? Просто у нас сломалась прыгалка. Я хотел ее починить. Ваня позвал Фросю. Чтобы она слезла. Помнишь, когда починить надо было прыгать? Она просит, ага. Я ей говорю, не прыгай. Она прыгнула и несколько пальцев починила. И вот здесь была кровь. Понятно. А там еще... Дядя Володя, можно на электрический конструктор? Мы на электрический конструктор. Сейчас купаться же нельзя, через а? Да, то утонем.